Какая собака! Мила! Че, собачку боишься? А смотри там, сколько большая курочек. Собачка, она не сохранится. Ребенок до 3 волос, да? Курочки, вон раз, петух, два. И петухов. Всем здравствуйте, меня зовут Олеся. Сегодня ваш салон. У нас есть несколько правил. Живут бизоны 60 лет, удерживают температуру до минус 45 градусов. Бизоны находятся в красной книге. Яблочки вкусные, морковка. Милана. Ой, кусочки-то маленькие морковки, да? Да, Мила, бизон. Мила, скажи, бизон. Бизон? Бизон. Большой, да, бизон? А почему кушает только этот, а те ждут? Потому что это главный. Это главный. Мила, бросишь бизону капустку? Папа, брось бизону. Это вожак стаи. Га-га-га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га. Смотри, кушай, смотри. Ну, клюй, щипай. Сзади стоят белые индоки. Откусила ведь, раскусила. Которая хвостом вверху, да? Вот, смотрите. Вот какой пылесос надо. Это гусь, мальчик. Такой языки. Полы подмелаешь? Мила, смотри, они там вдвоем. Дашь гусю капустки? Боишься, что ли? Он же в клетке. Он говорит, дай. Давай сетки дадим тоже. Прикольно? Милана, но боится. Смотри, вон давай дадим. Мы еды мало взяли. Хрю-хрю-хрю. А утки говорят. Хрю-хрю. А это кто, Мила? Это кто? Как они говорят? Хрюша. Хрюша. Хрю-хрю, какие они толстенькие. А вон там, что ли, беременная? Это какая порода? Ой-ой, каких. Вот. А папа их кушает. А папа из них очень любит шашлык. Он так носом тыкается, думаю, где ему надо. Милана, покормишь? Да, чем? Она боится. Ты видишь, папа же им дает и ничего. Они же в клетке. Пахнут, конечно, они вкусно. Смотри, какие они, а ты их ешь. Ничего, как этот сытый. Там кор, там вкуснее, там хлеб. Ой, маленькие. А там затопчут. Завизжал. Затопчут, блин. Дайте маленьким-то. Дайте ляльке. Блин, они. Лялька, иди сюда. Девушки. Ну-ка, вы как разговариваете. И один индюк. Все, индюшки. О, смотри,
Милана. Может, в таком полусреднем, да? Он хороший не прыгает. Не выспался пока. Страус! Это африканские страусы. Черный — это самец Буня, серая — самка Дуня. А сколько у вас страусов? Это вот так вот? Да. Ой, больно щипается. Не, у нее лапка маленькая. Ты меня не клюнешь? Телефон ты не клюнешь? Так, я боюсь. Не больно? Еще будешь? Ой, щипает. Гуд. Заминский козел Веня. Нубийский козлик Кузя. Романовские овечки и заньки. Козочки сами боятся. Козочки мило сами боятся. Ну ладно. Уж дает, да? Ну, можно погладить? Ой, слушай. Ой, козы, давай погладь. Ты ему что ли держишь, не отдаешь? Ты что его дразнишь? Я его не отбираю. Вот так держу. Давай, покорм. Так наглые. Держи, так, держи. Маленький. Тепленький какой. Сколько овечьи шерсти ходит? Мама, чата маленькие. Подожди, ты? Козлик клянчит. Пойдемте дальше. Остались от козлика рожки до ножки. Вот Кузя, ты молодец. Ух ты, Кузя, давай. Смотри, какой хороший барашек. Они, правда, бодаются вот этими рожками. Бе-е-е. Ну что ты его испугала? Ты смотри, папа его гладит. Пойдемте. Ням-ням, лошадка. Облизала? Смотри, Мила, на еще. Вот. Там верблюды. Ты что это за лошадка, на которой мы с тобой катались? Это лошадка? Ты чего? Ой, прищёлкай. Вот. Мы что ли к курям? Можно курочку взять, сфотографироваться, погладить. С курочку взять можно?
Смотрите, какие они прикольные. Смотри, смотри, какая прикольная. Мы же... Они с нами ничего не делают. Мы их просто пришли с тобой посмотреть. Он, смотри, тетя держит. Будешь гладить? Тетя держит, и она не клюет. Смотри, какая хорошая. А петуха, наверное, трогать нельзя. Да, тут, наверное, породистые. Ну-ка, скажи еще. Привет, милый, говорит. Кукареку. Он тебя так приветствует, да? Он тебе привет говорит таким образом. Давай сапожки тебе поправим. Верблюды, подойдите поближе. Ой, тут смотри, кролики. Ну, да, тебя тут держать, смотри, да? Кролики. Ну все. Мила, дашь кролику морковку? Будете кролики морковку? Как это нет? Будут еще как? Все спрятался, покажи. Более, тут более большой, он более нахальный оказался. Ну-ка тебе. А вы будете морковку? Мила, ты смотришь? Видишь, зайчатки какие. Видишь, как кушать там? Смотри, как кушать. Смотри, я тебе специально посещаю. А все кончилось у нас, все. Мила, тебе нравится на этой ферме? Да. А что ты обоялась всех? Пойдем еще на хрюш посмотреть. У нас им еды больше нету. Вот тут живет. Мила, скажи, страус. Страус. Скажи, Мила, страус. Ме. Что ме? А, страус. Там овечки живут. Бе. Бе. Я сейчас за голову утяпну. Ты идешь. Памяти не две минуты, сказали. Все, все напомнит. Ням-ням просит, нет, у нас кончилось. Мила, кто это такой, скажи? Бизон. Бизон. Га-га-га, там гуси. Бизон. Смотри, они играют. Гуси га-га-га говорят. Гуси, скажи. Гуси мои, гуси, жили у бабуси. Один серый, другой белый, Петя и Маруся. Да. Хор целый. Пойдем на праздник. Это утка, что ли? Какие-то больные утки. Хрю. Хрю, говорят. Они клянчут вон. Хрю. Хрю. Видишь, они хрю говорят. Хрю. Видишь, они хрю, хрю говорят. Качаешься. Оп. Оп. Идет. Боюсь, как он быстро идет. Не подходит. Ну-ка, крыльями взмахни. Какой
длинношей. Мила, на! Маму, мама выдрала у страуса перышко. Ух ты, какое красивое перышко-то. Это страусиное. Что, мягкое, теплое? Перо страуса. Вот тут. Тут можно, милый, купить яйца страусиные.